Основная задача сотрудников отдела – это не только своевременное дело производства, но и соблюдение и защита конституционных прав и свободы человека, а также установление лиц, совершивших преступления, и привлечение их к уголовной ответственности. За 7 месяцев текущего года в следственном отделении УМВД России по городу Десногорску находилось 100 уголовных дел. 44 уголовных дела направлено в суд с обвинительными заключениями. Привлечено к уголовной ответственности 47 лиц. 28 уголовных дел приостановлено, из них 2 уголовных дела в связи с розыском лица, скрывшегося от органов предварительного следствия. В настоящее время местонахождение данных лиц установлено, уголовные дела направлены в суд. Наиболее распространенными видами преступлений, дела по которым направлены в суд, являются кражи и преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. В структуре подразделения создана и ведет работу специализированная группа по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет. Работа осуществляется в тесном взаимодействии с экспертом-криминалистом. Кроме того, сотрудники отдела ведут дела и о дорожно-транспортных происшествиях. За 7 месяцев 2017 года в суд направлено с обвинительным заключением 3 уголовных дела. Значит, из них все эти преступления совершены, дорожно-транспортные происшествия в 2016 году, характерно сентябрь-октябрь месяц, с момента начала школьных занятий. И в основном эти преступления совершены с наездом на несовершеннолетних детей. Причем, в принципе, наезды совершены на нерегулируемых пешеходных переходов при выполнении детьми предписываемых требований, однако данные факты имеют место из-за невнимательности водителей. Следователи несут ответственность не только за качественное и своевременное уголовное дело производства, но и за профилактику преступлений в Десногорске. Вся работа отдела ведется согласно четко определенным и поставленным задачам.